В Самарском регионе по поручению врио-губернатора Вячеслава Федорищева увеличили единовременную выплату при заключении контракта о прохождении военной службы. Сейчас с учетом федерального повышения выплата составляет 1 миллион 205 тысяч рублей. Подробную информацию о поступлении на контрактную службу можно узнать в Самарском пункте отбора по адресу улица Ленинская, 147. Там специалисты встречают желающих подписать контракт, проводят тестирование, медицинскую комиссию и предоставляют открытую информацию об условиях прохождения военной службы, социальных гарантиях, льготах и компенсации не только для бойца, но и для членов его семьи. Это моя гражданская позиция. Осознанная гражданская позиция. Сейчас настало такое время, что нужно реально определиться и помочь нашим ребятам.